Друзья, всем привет! Вышел я сегодня немножко поработать опять, так как я срезал дерево, и чтобы оно не начало пропадать просто так, его надо быстренько убрать и разделать его на доски. Но проблемка есть немножко, так как я его срезал на холму, и я не могу просто подъехать трактором и вытащить эти колоды, а они тяжелые, то мне придется их вытаскивать как-то ремнями. Сейчас я буду как-то придумывать, чтобы это все вытащить. Вот лежат наши колоды, их здесь 1, 2, 3, 4, там 5, 6 штук. Вот 1/7, но это близко скатилось, это будет просто вытащить. Ну, у меня есть еще вот этих две, которые вот застряли за деревом. Сюда я трактором заехать не могу, потому что здесь слишком большой наклон, и мне надо его вытащить вот туда, где дорога, где трактор нормально ездит. Хорошо, что расстояние не сильно большое, и я думаю, что можно будет его как-то вытащить вот сюда, скатить и его здесь взять. И также надо убрать вот это гнилое дерево, и наверняка его надо будет просто сжечь, чтобы оно вот здесь вот так не валялось. Тоже, который повалил, я думаю, кто смотрел предыдущие видео, то вы все это видели. Есть еще вот это, которое я положил, тоже мертвое дерево. Это какой-то твердый, я правда не знаю, что это за дерево, но это твердым относится. Сначала, друзья, я уберу, где легкий доступ, и я смогу нормально заехать, забрать, и они легкие, а потом уже то, что уже не смогу, буду как-то пробовать шнурками вытягивать, которые я взял на тракторе. Положил я их все сюда, сейчас достану то, что можно, и потом воспользуюсь вот этими канатами или этими шнурками и достанем остальные колоды. Ну что, пошли. Сначала надо обрезать вот эти сучки и ветки, потому что будет тяжело с ними что-то делать. Обрезал я, друзья, всякие сучки, потому что они будут цепляться за землю, чтобы можно было легко вытаскивать. Лучше было их обрезать. А сейчас надо будет планировать, как все это доставать. Заодно мы вычищаем и убираем все лишние ветки, которые лежат возле дома. Наводим чистоту и порядок. Все то, что упало, не нужно. И тоже спалим, чтобы можно было здесь красиво гулять. Чтобы не было никаких тут жалюзей и джунглей прямо около дома. Так что и чистоту здесь сделаем, друзья. Заодно, друзья, занимаемся чисткой леса, убираем все ветки, которые возле дома, и вот здесь их сжигаем просто. Уже у нас довольно чисто, остались только вот эти вот большие колодины. А так вот ветки вот всякие разные, вот сносим их вот сюда, и вот здесь понемножку их сейчас спалим. Вот Денис пытается зажечь костер, посмотрим, получится, как у него это все сделать. Бумажку подпалил.
Возьми под вот с той стороны вниз. Да, она не получилась. Вот, вот там внутри. Да, зимой не так просто разжечь костерчик. Давай. Поломалось. О, другу давай. Выкидает. Пальцы не подпали. Все, подкидай бумажки. Веточки. Надо вот эти, вот это все, что ненужное, сжечь, чтобы оно здесь не валялось. И сегодня мы это все уберем, спалим. Так как скоро надвигаются дождики. Все, друзья, распалили мы опять костерчик, уже горит хорошенько. Денис помог и сам справился. Тут Маша помогает тоже. Сейчас занимаемся немножко уборочкой. После рождественской. Да, после рождественской уборочкой занимаемся. Также еще раз поздравляем всех с Рождеством Христовым. У нас уже празднички прошли. Теперь можно вернуться обратно к работе. К уборке нашей территории вокруг дома. Друзья, сейчас будет уже посложнее, так как я уже ниже не могу и ближе подъехать вот этим трем колодам, так как они слишком далековато. Придется мне вытаскивать шнурком как-то. Сейчас будем привязывать и тащить.
вытащить. Получилось вытащить. Нормально. Сработала у тебя идея, да? Сработала, да. Главное, чтобы это... Тут катаются, они уже успели все сжечь полностью. Смотрите, какой красивый костерчик сделали. Да даже Джейми вышла помогать. Красота. Молодцы. А вот мне нужно как-то добраться и вытащить вот это полено. Она как раз самая тяжелая, потому что очень далеко от дороги. Придется все шнурки, которые есть, наверняка использовать. Сначала берем цепь.
друзья, доставили все колоды с того дерева, которое срезали. Теперь они уже рядом возле пилы. И что ж, друзья, скоро будем приступать к разделке и распиливанию вот этих колод. Надеюсь, будет интересно посмотреть, что у нас выйдет. Они довольно красиво выглядят, чистые и светленькие. Колодочки, друзья, достал довольно красивые. Они еще будут очень хорошие. Вижу, друзья, что это довольно светлая сосна. Так что посмотрим, когда мы разрежем, какой у него будет цвет. А хочется, чтобы что-то было красивенькое. Ту, что мы прошлую срезали, она немного выглядит по-другому. У нее потолще кора, более жесткая, а здесь кора какая-то более гладкая. И мне очень интересно посмотреть, какие же из вот этих колод получатся доски. Так что надеюсь, вам будет тоже интересно увидеть. А сейчас, друзья, я вам хочу показать, что наши дети сделали возле костра. Они просто мега кострище построили. Идемте посмотрим. Наш большой костер. Так, давай наверх, наверх. Вот так. Ложи. Наверх, да. Все, ложи. Друзья, это просто мега костер. Просто мега костер. Ну, молодцы. Денис молодец с Джейми и с мамой. Пока я таскал вот эти колоды, они все вместе сделали вот такой огромный костер.